мам и пап не пугает даже мороз в минус 20. Они сами предложили местным депутатам такую идею в домовом чате. В результате депутаты Наталья Каныгина и Николай Кашников не только поддержали инициативу горожан, но и помогли организовать работы. Сами тоже не остались в стороне. Объединившись, они вышли во двор, чтобы вместе соорудить настоящую снежную горку для детей. У нас практически в каждом доме есть свой домовой чат. И вот обратились жители Пожарского 21 в чате, что было бы неплохо сделать горку. Вспомнили свои времена детские, что вот были во дворах горки, это было очень здорово. И надо отметить, что действительно очень активно откликнулись там папы, что готовы прийти помочь. Это очень здорово. Мы, конечно, поддержали эту инициативу и приложили все наши необходимые усилия для того, чтобы этой горке быть. Активных родителей, изъявивших желание поучаствовать в строительстве горки, обеспечили инвентарем. Катание на горке — это не только на свежем воздухе забава, да, но еще и полезно для здоровья. Это один из способов укрепить свой иммунитет. Нет. На самом деле соседей много, в течение часа вот здесь вот соорганизовались все дружно. Реализация подобных инициатив в микрорайоне Левобережный уже становится хорошей традицией. Когда химчане выдвигают идеи, а депутаты помогают притворить их в жизнь. Так, перед Новым годом жители обратились к депутатам с просьбой организовать для детей во дворе новогодние праздники и установить елки. Наталья Каныгина и Николай Кашников организовали установку елей в нескольких дворах микрорайона, а также проведение анимационных программ для юных жителей Левобережного. Подарком остались довольны не только дети, но и взрослые.